Привет, я Роман Душкин на научно-просветительском канале Душкин объяснит. И сегодня вот у меня такой антураж а, новый. Я переехал на загородную резиденцию и буду а, просвещать вас с загородной резиденции. Сегодня у нас а, новая тема по теории формальных автоматов. Я хочу рассказать про машину поста. Погнали смотреть машину поста. Значит, у нас такое видео. Значит, когда я познакомился впервые, прям вот самое мое самое первое знакомство а, с формальными автоматами. Этот формальный автомат был про а, как раз был машиной поста. И а, мне было тогда, я по-моему, в третьем или в четвертом классе учился. Это наша учительница математики, как раз мне дала а, брошюру про машину поста. Я тогда а, то ли забыл, то ли не прочитал, то ли, в общем, не понял, что это именно машина, а, которую придумал а, формализм, который придумал Эмиль Пост. Логик. А, и придумал он ее в 1900, 1936 год. Представляете? Какие были люди тогда. Вот. И я думал, что это машина Тьюринга. То есть я прочитал, а, проникся и а, потом в очень, очень долгое время думал, что это маш... именно машина Тьюринга устроена вот так. А потом оказалось, что это совсем не так. И узнал я об этом только в институте, когда мы начали изучать машину Тьюринга. Собственно, они очень похожи и Эмиль Пост опубликовал вот этот свой формализм, который сегодня называется машина Поста, буквально на несколько месяцев позже Алана Тюринга, который опубликовал описание своей машины. И именно Тюринг имеет сегодня приоритет в том, что он разработал вот этот вот формализм, который описывает понятие алгоритма. Хотя машина Поста полностью как бы, эквивалентна универсальной машине, машине Тюринга. Итак, машина Поста представляет собой бесконечную в обе стороны ленту. Бесконечную в обе стороны ленту, которая разделена на ячейки. То есть бесконечное количество ячеек. Каждая ячейка на ленте может быть в двух состояниях. На ней стоит пометка или пометки не стоит. Ну вот стоящие пометки можно обозначать там крестом или закрашенный. Вот что-нибудь такое. Вот эти крестики, которые я поставил, это пометки, то есть у нас двоичный алфавит, двоичный алфавит, да. Конечно, его обычно обозначают 0 и 1, то есть наши обычные биты. И у нас, собственно, около этой самой каретки, около этой ленты ездит каретка. Сейчас вот сюда перемещу, да, около ленты ездит каретка. Вот выглядит она так. Или она называется а, считывающая, записывающая головка. И эта головка, эта каретка а, работает по программе программа. Программа состоит из множества а, записей, к, к, а, общий вид которых такой. И, К, большое, J. За некоторым исключением. Где? А, вот здесь вот. И это номер команды. К это сама команда, j это э, адрес перехода. Если j не указан, то обычно считается, что э, переход осуществляется на следующую строку. Ну, э, чаще всего так не программируют, потому что команды можно писать в разнобой. Вот именно из-за этого. А, и номер команды, он может стоять в любом, как бы, а, можно писать там сначала 10, потом 9, потом 3, 5, 3, 1, потом снова а, 4, 8 и так далее. То есть вот команда вот так можно писать. То есть у нас последовательность, последовательность команд может быть в разнобой. Но, как бы, обычно пишут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. И если адрес перехода j пропускают, то считается, что это переход на следующую команду. То есть i плюс 1. И каким может быть k? Как, каким может быть? k может быть следующим. Это может быть символ v. То есть команда выглядит вот так вот. v это поставить метку. X это удалить метку а, влево сдвинуть каретку влево, вправо сдвинуть каретку вправо, знак вопроса и тут у нас есть небольшое а, изменение формата команды. И тут j1 и j2. Это условия. В чем это условие заключается? Если метка есть, а если метки нет, переход на j1. Есть метка, переход на j2. И а, восклицательный знак. Восклицательный знак. Это остановка. Вот в восклицательном знаке а, перехода на адрес нет. Это команда. Uh, простая Собственно, uh, выглядит команда так, например, 1, uh, 1. поставить метку, 2, 2, uh, удалить метку, 3, 3, сдвинуться сюда, 4, 4, если метка есть, если метки нет, перейти на 1, иначе перейти на 2, 5, опять никогда, uh, ну, плохая, плохая программа. Давайте просто здесь остановим. Вот, как бы, вот эта вот программа. Вот, когда я а, изучил, что такое машина поста, я был очень а, рад, собственно, вы можете сами понять, что это а, тьюринг, полный язык программирования. И, фактически, это был второй язык программирования, который я изучил. Первый был Basic, а это был второй. И я, конечно, писал на листочке бумаги, как вот там различные программы. Ну, например, вы можете э, попробовать написать программу для сложения двух чисел. Если числа у нас кодируются э, при помощи э, последовательного количества меток. Допустим, 0. Ну, это сложно. Ладно, давайте без нуля. Вот скла складываем натуральные числа. Единица кодируется одной меткой, двойка кодируется двумя метками подряд стоящими, тройка кодируется тремя метками стоящими подряд и так далее. И нужно написать программу, которая получает на вход э, два числа, два числа записаны через пробел, то есть э, в ячейке нет метки, и э, оставляет на ленте программу о, число, которое равно сумме этих двух чисел. Собственно, очень легко написать. Сначала нужно, каретка должна найти на, э, эту... Неизвестно, где каретка стоит. Она должна сначала найти число, потом найти а, пробел между числами потом сложить в общем попробуйте написать эту программу довольно сложная не как бы непростая, а, непростая задача там если ограничить то что а, допустим каретка стоит у первого символа первого числа это будет намного проще. А вот если каретка неизвестно где стоит, а где часы стоит, то надо там ходить туда-сюда, метки ставить, в общем, там все не так не так просто, как а, кажется. В общем, ладно, машина поста это очень прикольно. Это Тьюринг полное. Что такое Тьюринг полнота, кстати, ссылка сейчас будет здесь. А, тьюринг полный формализм и язык программированный, который я написал сейчас на экране, а, вот там вот, да. Это Тьюринг полный язык программирования. Все. Надеюсь, было понятно. Пишите комментарии туда вниз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Роман Душкин. До новых встреч. Пока.